Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем альбом «Не герой, профессиональ». Ребятки, вот хочу немножко рассказать про создателя этого альбома. Его зовут Сергей Терехин. 27 лет Сергею. Родился и живет всю жизнь в подмосковном городе Лобне. Созданием музыки начал заниматься много лет тому назад. Данный альбом полностью состоит из электронных музыкальных инструментов. Музыкальные треки в альбоме скомпонованы разных жанров, от рока до электросимфонии. Ребятки, слушаем и наслаждаемся. Шикарное начало, ребята. Вот посмотрите, и клип идет, да, и вот на него смотришь, и такая музыка, ребятки, да. Как красиво, ребятки. И знаете, и думаешь о нашей планете, необъятной, ребятки. Слушайте, ребятки, так красиво, так завораживает. Ребята, слушайте, так успокаивает. Шикарно. Ковбойская музыка, шикарно, да? Шикарно, ребята. Очень круто. Пески, ребята, и ковбой. Угу. Ребята, шикарно. Сережа, молодец, молодец, шикарно. Я в экстаз вошла. Не обижайтесь, друзья, но это такая шикарная музыка, ребятки. Под какой-то фильм подошла Ой, бы. Ой, ребята, очень под классно. Любой фильм, да, под вестерн. По современной стиле. Угу. Какой ты талантливый. Нет, тем более ты в Подмосковье живешь. Почему ты в о кино, себе не в кино, заявляешь? В кино. Угу. Да, ты должен заявить о себе. Всем, понимаешь? Почему ты на конкурсы не идешь, не участвуешь? Молодца, молодца. Thank you.
саундтрек закончился. Так, шикарно. Да, классный музыкант. Да, конечно, профессионал. Он же с детства занимался. Нет, вот это действительно можно под какой-то фильм или под какой-то сериал. Очень профессионально так сделано. Так красиво, так классно, блин. Мне кажется, хорошо подошло под какие-то ковбои, какие-то на лошадях крутые парни, да? Или какие-то, знаешь, разборки. Нет, или знаешь что, или мотоциклы. Да, мотоциклы точно. Или вот джакар. Ну что-то с крутыми парнями связанное. Да, вот что-то такое, да, да. Молодец, очень прекрасно, знаешь, приятно слушать красивую музыку. Ребятки, наслаждаемся следующим треком. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Великолепно, ребятки. Ритмичная такая музыка. Классная такая, ребятки. Очень нравится. Да, классно. Да. Сейчас я хочу вот, что я могу представить под нее. Сейчас буду слушать и просто вот фантазировать, ребятки, буду. Молодец, умница. Ребятки, я вижу. Что-то, наверное, про пустыню. Ну, ребятки, я другое представила. Я же говорю, я вот закрываю глаза, я просто думаю, вот что я могу, вот представляю. Я море представила, ребятки. Совершенно другое. Океан даже не море, океан. И корабли. Вот помните, а может, за ними пираты? Да, вот помните фильм «Пираты 20 века»? Когда вот этот корабль... Может, Карибское пиратский море? Нет. «Пираты 20 века». Когда этот корабль, пираты вот морские, ну и пираты они эти вот, за нашим кораблем охотились. И как они вот плыли... Уплывали. Да. Я вот это, ребят, представила. И подходит. Попробуйте, ребятки, да, кстати, вот представьте. Подходит под это. Именно вот это, понимаете? Океан. Погоня пиратов. Да, да, погоня, ребятки. Шикарно. Скажите, подходит ведь, да? Наш корабль не поймать никогда. Наши все равно этот корабль
уничтожит. Пиратский. Поехали дальше. In sanctas at venerabiles amanus suas. Hac facite in meam commemoratio. Ребятки, вот этот голос очень красиво звучит, да, ребятки? Подходит к треку, подходит. Конечно, я другой немножко представила, а здесь как-то пустыня, да, то, что хотел автор. Ну, классно. Сильный музыкант. Да, ну талант, талант. Он с детства занимается, ему уже 27 лет. Талант, опыт, конечно. Опыт большой очень. Да, просто я не понимаю, почему он о себе не дал знать. А может, дает, мы не знаем, да, ребятки? Вполне возможно. Вот и мы узнали. Да, молодец. Очень, очень ты большая умница. Прям я наслаждаюсь. Вот лично я прям вот в восторге. Да, классно. Я вот прям, знаешь, спасибо тебе большое. Ребятушки, слушаем следующий трек. Начало очень интересно, ребятки. Но пока я еще жду такой, знаете, вот начинать такой вот... Сейчас вот будет, как сказать? Кульминация. Нет, кульминации это у нас еще нет. Кульминация это в конце. А вот именно развертывание событий, ребятки, я жду. Пока еще вступление, ребятки, вступление. Ждем развертывание событий. Thank you.
очень красивый трек. Да, красиво очень. Очень понравилось. Знаете, и вот фишечка мне понравилась, где как будто вот бежит человек, вот бежит он, да, и вот он вздыхает, устает, наверное. Там вот это было, вот такой вот момент, вот эти моменты. Интересно, между прочим, очень. Знаете, тем более здесь же пустыня у нас, да, ребят, пески, да. И вот он как будто бежит, торопится, чтобы успеть. Может быть, от кого-то убегает. Да, может быть. А может, он боится попасть, вот, например, бывает же ураган в пустыне, да? Вот пески эти, вот это, может, он испугался, торопился, быстрее торопился, ребятки. Очень интересная задумка. Мне очень понравилось. Молодец, шикарно прям. Вот знаешь, ну как мне нравится. Я вот сижу и прям вот отдыхаю. Да, и все треки разные. Да, и все они разные. Да, абсолютно разные. И вот я слушаю, да, я не замечаю, как они кончаются. Мне очень понравилось, очень нравится. С удовольствием слушаю, прям талантливые. Еще знаешь, к какому фильму подходит? Я вот так думаю. Главный герой хочет освободить человека с ловушки. И у них обстановка такая нервная. Друзья, слушаем следующий трек. Начало, да? Называется «Ночь в пустыне». Ой, какое шикарное начало, да? Я прям в восторге. И знаешь, действительно разные инструменты, да? Они такие все разные. У меня мурашки по телу, между прочим. И они так звучат красиво. Да, очень красиво. Очень красиво. Ты знаешь, вначале я представляла наш лес. Вот русский, в начале трека. Потом раз какой-то инструмент, он другой прям мелодию, раз только он в эту... А как... мне кажется, что-то восточное, с султанами связанное. Я тебе и говорю, потом какой-то инструмент, вот так прям раз, и вот он ворвался вот в эту, понимаешь, музыку, и пошло восточное. Я тебе и говорю, понимаешь, так классно. Я говорю, вначале я представила лес, а потом раз, инструмент что-то сделал. Восточные мотивы. И восточное пошло. Это же уметь надо, ты понимаешь? От одной музыки раз, и плавно перейти в другую. Талант. Шикарно! Это все, что ли? А? Угу. Так, «Ночь в пустыне» закончился трек. Как интересно. Очень красиво. Очень. Очень романтично, да? И так классно, да? И так вот это все быстро кончилось. Я прям... Я наслаждалась сидела. Молодец. Очень красиво. Очень опять стильно. Другой совершенно по стилю, да, по звучанию. Да. И что интересно, разные инструменты, они вот все вместе такую музыку красивую делают. И понимаешь, один инструмент раз и может переломить вот музыку, понимаешь, в другую сторону. Изменить ее. Да, изменить ее. Молодец. Очень красиво. Слушаем дальше следующий трек.
Очень красиво. Вот насчет, что ты вот представляешь? Ну, опять что-то с охотниками может быть связано. А я вот другое представляю. Какое? Я представляю танцы. Mm. Как женщины красиво одеты, красиво, юбки красивые, и танцуют восточные танцы. Вот, да? Скажи, подходит, а? И как будто прям в круг большой, людей много, и они танцуют все, красивые девушки. Наложницы, может быть, даже, ребятки. Султанские? Да, вполне возможно. Вполне возможно. Подходит. Мне так кажется, ребятки. Ребятки, шикарный трек. Вот в конце трека, да, ребятки? Инструмент какой, я не знаю. Он опять переломил ситуацию, ребятки. Там я представляла танцовщиц, наложниц, красивых. Вот так закрыто лицо, и они танцевали.
перед богатыми султанами, да, пускай будет так. А вот в конце, в кульминации, когда была... Электрогитара, может, это была? Какой-то, не знаю, какой-то инструмент переломил ситуацию, ребятки. Понимаете, переломил. Как он переломил? Уже может что-то другое представить, ребятки. Там я уже другое могла представить. Но у меня времени не было, ребятки, представить, потому что это конец трека был, ребятки. Шикарно, очень интересно, очень современно, стильно, молодец, большой талант. Друзья, продолжаем, слушаем следующий трек. Очень интересно, чем мы порадуемся. Очень красиво. И вы понимаете, там один инструмент есть, который вот поет, играет так. Ту-ту-ту. Вот, вот это, понимаете, какую-то главную роль идет, да, он? И знаете, у меня такое чувство, как будто вот что-то просыпается. А мне кажется, это времена королей и рыцарей. Ну, я и да, да, времена. Ну, как будто просыпается новый день, вот именно рассвет, да, и что-то будет с рассветом. Вот просыпается. Интересно, очень интересно. Спасибо большое. Шикарный трек. Шикарный. Каждый трек по-разному звучит. Нигде да, очень не повторяется. Красиво. Какой ты молодец, какой ты умничка. Да, ну, очень талантливый. Да, талантливый. Слушаем дальше, ребятки. Наслаждаемся талантом. Thank you.
ребятки, скажите, как красиво. Ой, да, очень красиво. Какой трек великолепный. Прямо, знаете, ну, это вот сказать «наслаждаюсь» — это мало. Какое другое слово надо сказать, такое слово? Я восхищение. Даже... Я восхищение. Так чудесно. Друзья, вот этот трек я назвала бы «Воспоминания». «Воспоминания». Это трек влюбленных. Влюбленных. Но они расстались, не знаю почему, ребятки. И кто-то из них, или она, или он, вспоминает свою любовь. Как они встречались. Всю свою, вот, как сказать, свое времяпровождение. Как они любили друг друга. Но что-то они расстались. Почему, не знаю, ребятки. Этот трек... Как мелодрама, ребятки. Воспоминания, я так назвала бы его. Мне кажется, подошел бы и под современный какой-то фильм, и под исторический, универсальный, ну, очень красиво. Да. Шикарный трек. Ты очень талантливый, ты, конечно, сам знаешь, потому что даже вот, ну, ты профессионал. Это видно. Так не любой напишет. Я очень хотела бы, чтобы у тебя было все хорошо, понимаешь? Чтобы ты раскрылся больше, и чтобы ты занимал первые места, и чтобы тебя все знали. Вся наша Россия. Да, потому что очень талантливый, да, действительно. Да, талантливый, да. Ну вот все вот эти треки, они подходят под фильмы. Да. Под какие-то, да, серьезные. Под любые. Под серьезные, да, фильмы. Да, вот под что хочешь. Да, очень красиво. Но вот последний трек, это вот, я бы сказала, «Воспоминания», вот так я назвала бы. Спасибо большое за возможность послушать красивую музыку. Большое тебе спасибо. Я очень довольна. Да, мне тоже понравилось, да? Очень. Ну что, мои хорошенькие ребятки, вы, наверное, тоже довольны, да, красивой музыкой? Слушайте, ребятки, красивую музыку. Наслаждайтесь, друзья. Пока, мои хорошенькие.